Около 300 участников, 13 команд и неделя на то, чтобы выяснить, кто же лучший. Шайба сброшена 13 юных капитанов, ее разыграли. С этого символического момента и стартует «Золотая шайба» – одно из крупнейших соревнований в России среди юных хоккеистов. Только в этом году на льду в коньках и с клюшками поборются почти 30 тысяч подростков. Мальчишки довольны. Я думаю, что такой парад открытия они, наверное, впервые видят все-таки. Это не те дети, которые в дюш занимаются. Все-таки они со дворов. Вот. Я думаю, запомнится навсегда. Календарь игр очень плотный. Уже сегодня 10 команд опробовали оренбургский лед. Борьба ожесточенная. Мальчишки настроены на хорошие результаты и достойную игру. Мы очень плотно готовились, старались. Всех набирали, подтягивались, чтобы лучше стараться здесь. Ну, главное не победа, главное участие. Но мы все равно будем бороться за победу. Соперникам удачи пожелать, там, ну, чтобы там без травм, без всяких там, чтобы все живые, там, здоровые остались. Победителя будут выявлять в трех возрастных группах. Команды-лидеры представят ПФО на всероссийском финале «Золотой шайбы». Алина Лебукаева, Владислав Горбунов. Новости дня.